Что было, что будет этой ночью? Да будет, будем, мы с тобой разбудим мой дом ночью этой опустел. И не позволительно распятый, ты первый вечер, первую встречу можно было назвать себя, но нет об этом речи. Мой дом сегодня опустел. В 1996 году песня «Под дождем» киевской группы Green Grey покорила молодежь всего постсоветского пространства. Ведь это был наш ответ Западу, что и у нас есть свой брейкбит, и мы, во всяком случае, не намного хуже задававшей тогда тон в середине 90-х прошлого века британской группы Prodigy. Всем привет! С вами Вульф, и сегодня в великих альбомах одноименный диск группы Green Grey, вышедший в 1997 году. В середине 90-х по всему миру произошел бум электроники. Вектор направления, конечно же, был задан группой Prodigy в 94-м с выходом альбома Music for the Jilted Generation. Стали популярны такие стили, как рейв, хаус, транс, брейкбит и другие. Или это всего понемножку. С появлением новых компьютерных технологий и затем программ для написания музыки стало возможно вообще самолично заниматься творчеством. Отсюда появление сотен диджеев, которые просто создали шторм космической новой музыки в стилях прогрессив хаус и транс в конце 90-х. Группа же Green Grey, созданная в Киеве в 1993-м, пошла по пути разных стилей и направлений. Это прежде всего молодежная веселая музыка, построенная на брейкбите, трип-хопе, техно и фанке. Сами же участники группы называли свой стиль кукерпопом, по аналогии с брит-попом. Кто не знает, брит-поп – это новое прогрессивное музыкальное течение, захлестнувшее британские острова, а за ним и весь мир, но вопреки названию, имеющим мало общего с традиционной попсой. До своего первого альбома «Зелено-серые» в основном выступали на разных фестивалях, откуда привозили неоднократно трофеи в виде призов и гран-при. Мало-помалу накапливался материал для дебютного альбома, который обещал стать заметным явлением на украинской рок-сцене. Это нетрудно было спрогнозировать, судя хотя бы по первому их уже громкому хиту «Под дождем». В 1996 году с этой песни музыканты покорили зрителей и жюри фестиваля «Поколение 96», которого увезли гран-при. Эта же достаточно своеобразная мелодия два года подряд становилась песней года по версии киевского парада хит-парадов. Как я уже и сказал, дебютный альбом команды, получивший название «Green Grey», вышел в 1997-м. К большой радости многочисленных фанов. Это яркая, колоритная работа, набитая запоминающимися мелодиями и жесткими металлическими гитарными проигрышами Дизеля, вызвала активный интерес со стороны меломанской общественности Украины и России.
Просто тогда, в конце 90-х, было столько отличной новой музыки, не считая диджеев, что не потеряться, а еще и стать наоборот популярным и занять свое место под солнцем, это дорогого стоит. MC Murik, Diesel, Guitar Check и Jedi Jamix. Итак, диск Green Grey в свое время показал, что не только на Западе могут играть новаторскую альтернативную музыку, но и у нас есть чем ответить, ведь группа Green Grey с выходом одноименного альбома стала первой и дважды в истории украинской музыки, которая ездила на церемонию награждения MTV Europe Music Awards Лондон 1996 и потом в Берлине 2009. Первая группа, которая заключила контракт с компанией Pepsi в 96-м. Green Grey первыми в истории украинской рок-музыки начали выступать одновременно с живым диджеем, устраивать супершоу с использованием спецэффектов, пиротехники и сценических трансформаций. Так что, кто не знаком с этим диском, быстрее закачивайте к себе в плеер, дабы прочувствовать ту энергетику, которая и сейчас, спустя почти 20 лет, остается неугасной. Под песни которых мы с друзьями в свое время, когда нам было по 18, устраивали жесткие вечеринки. При том, что было с чего выбрать и под что танцевать. Но ведь это же свое, родное, с нашей ментальностью, и которых мы все понимали. А на этом пока у меня все. С вами был Вульф, и до новых видео в Меломании. Ла 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 ла